Здравствуйте, меня зовут Тсybulya Алексей, мне 25 лет, всю жизнь был тощим и все хотел накачаться. Ну вот мне надоело хотеть и решил я накачаться. Передо мной стал вопрос, как качаться. Начал читать в интернете, читал все подряд, пришел к выводу, что без опытного тренера пользы будет мало. Потрачу время, деньги, может даже здоровье, а результат будет навряд ли. Набрал в поисковике тренировка онлайн и попал на сайт Yuriya Spasokukotskyy. Там увидел, что он тренирует людей прямо через Skype. Это было то, что мне надо. И вот 3,5 месяца я тренируюсь дома по методике Yuriya Spasokukotskyy. Вначале Yurii дал мне готовую программу и диету. Я тренировался по ним, но потом мы с ним общались в Skype и отшлифовали программу индивидуально под меня и диету индивидуально под меня, так как я живу сам в деревне. Мясо у меня свое, яйца у меня свои. Чего-то я добавил больше, чего-то меньше. Ну и вот результат вы видите. За это время я получил отличные результаты. Набрал 10 килограмм мышечной массы. Жира в организме стало меньше. Это заметно по пузу. Складка стала на 0,5 сантиметра тоньше. Бицепс вырос на 6 сантиметров с 30 до 36. Объем груди вырос на 14 сантиметров, с 94 до 108, бедро на 5 сантиметров, с 51 на 56. О силовых показателях на начале тренировки говорить смысла нету, потому что там я до этого вообще не тренировался, там были просто смешные веса. Сейчас я делаю жим гантелей на наклонной скамье по 35 килограмм, приседаю сотни. Бицепс 17 килограмм, плечи разводку стоя с 28 килограмм, подтягиваюсь широким хватом, вес 5 килограмм, 3 сета по 8 подходов. До этого я не мог подтянуть свой вес 3 раза. В общем, результат превзошел все мои самые смелые ожидания. Всем спасибо, Yurii, респект.